На улице Ришельевской проводится капитальный ремонт тротуара. Покрытие меняют от Лонжероновской до Успенской. Правда, на перекрестке в районе Успенской коммунальщики перестарались. Одна из секций металлического ограждения установлена прямо на подъемнике для инвалидов и родителей с колясками. Пандус полностью перекрыт. Чтобы заехать на тротуар, людям необходимо обойти пешеходный переход, выходя на проезжую часть. Движение на этом участке дороги особенно интенсивное с 9 до 11 утра и с 5 до 8 часов вечера.